Уважаемые жители Каменского района Приднестровья, те из вас, кто обладает российскими паспортами, 19 сентября, в это воскресенье, смогут проголосовать на выборах Государственную Думу Российской Федерации. В Каменском районе открыт избирательный участок по адресу улица Кирова, дом 266, это районный дом культуры. Я призываю вас проголосовать за кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации Алимову Ольгу Николаевну. Весь Каменский район приписан к округу номер 166 Энгельсовскому по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. На сегодняшний день КПРФ – это единственная партия, которая выступает против пенсионной реформы. И хотелось бы, чтобы также ответственно они подходили к решению всех вопросов, в том числе избирателей, находящихся в Приднестровье. Те проблемы, которые стоят перед нами, озвучены были в моем обращении, а также в предыдущем видеоролике. Я считаю, что будут услышаны, прежде всего, Саратовским областным отделением КПРФ. Именно в Саратовской области областная дума наиболее активно продвигает местную повестку и решение, в принципе, и государственных вопросов в интересах простых граждан. Совсем недавно прошел митинг Павла Грудинина, Николая Бондаренко и Ольги Алимовой, где четко была обозначена приверженность на то, чтобы решить те социальные вопросы, которые стоят перед гражданами соответствующих округов в Саратовской области. Раз уж мы приписаны к этой области, давайте поддержим тех кандидатов, которые являются альтернативными и которые могут действительно выступать в интересах народа.